Всем привет! Сегодня мы приготовим куриные крылышки в апельсиновом соусе. Итак, поехали! Для начала разбираем куриные крылышки. Имбирь кружочками. И апельсинка наполовину. Разрезаем и все. Казан начал немножко дымить, добавляем растительное масло. После чего отправляем куриные крылышки. После того, как обжарили немножко крылышки, добавляем имбирь и чеснок. Затем добавляем немножко соли, черного перца, острого соуса, французской горчицы, соевого соуса и сок апельсина. Открываем крышку минут на 5. Прошло примерно полчаса, и наше блюдо готово. Осталось только пробовать. Сочные, пикантные и очень вкусные. Пробуйте, готовьте. Всем приятного аппетита!